Добрый день, пришла очередная посылка из Китая. Здесь у меня должен быть чехол. Посылка с Алиэкспресса. Заказывал чехол для телефона F3. Дуги F3. Телефон так мне еще не пришел по предзаказу. Ну, посмотрим, как он по качеству. По качеству с виду как кожа. Ну, естественно, это не кожа. Стоил он $2. $2. Возьму телефончик свой старенький. Sony TX. Ну, сюда он так с трудом влезает, но в принципе достаточно аккуратненько. Сшито вообще очень хорошо. Как он себя послужит, поведет себя при длительной эксплуатации, не знаю. Но внутри как такой ворс такой мелкий. Сделан очень качественно. Смотрится красиво. Ссылочку оставлю. Но F3 он потоньше, наверное, и пошире. В принципе, должен, наверное, также пойти. Дошел он мне за 3 недели. Спасибо за просмотр. Пока-пока.